матушке. Случилось это давным-давно. В глубине седого Урала. На земле Сайгатской. О, здесь бурясь, красиво-то и нарядно как. Шибко хорошо. Эх, Бикайбять, очень хорошо, красиво, нарядно. Отличное место, травушка, птички поют. Да, просторно тут, пшеницу можно посадить. Тут дом срублю, привольно, хорошо-то как здесь. Эх, заживем на славу. Эй, ёк-ёк-ёк, зачем, нет, зачем это место смотришь? Тут мы, татари, жить будем. Сад посадим, засеем землю, земледельцы. Мы очень хорошие, а какие кони у нас? Давайте разберемся, кому тут жить и работать. А у меня вот уже вся родня тут. И дети, и родители, и друзья-приятели. И жена моя Марьюшка, умница, красавица. Так ведь мы лучше работаем, песни поем и пляшем. Эка дива, петь, плясать, и мы мастера. И мы все могем, а у нас у всех руки золотые, гармошка-то какая. Услышала этот спой Ечка Кама, матушка, та и вышла к молодцам. Здравствуйте, люди добрые, смотрю я на вас, все вы трудолюбивые, умные, хозяева хорошие. И заботливы, и природу любите, и веселиться умеете. Что же спорите за землю мою? Повелеваю я вам отныне всем жить здесь, в мире и дружбе. Заботьтесь о земле, трудитесь, живите и радуйтесь. Ну, один за всех и все за одного. Ой, да лачо шуломе, давайте жить дружно. Ай-е! Зурахмат Кама, большое спасибо, Кама. Так и повелось с тех пор, и все жили дружно и счастливо.